такая. Это весна. Все стекла в дожде. И тем, кто помыл машину, очень грустно. Москвичи, поздравляю вас с наступлением солнечной погоды. Этой радостной, искрящейся весны. Этого теплого, ласкового апреля, который дарит нам аж плюс 3 градуса. Здравствуйте всем. У нас еще снег. А у кого снег? Пройдет сейчас. Признавайтесь, у кого снег? Всех приветствую. Мы с супругом едем на одно вечернее мероприятие приятное. Нужно же людям в субботу, в эту прекрасную весеннюю субботу, ну как-то отдохнуть. То есть еще дополнительно добавить себе настроение. Вооружен, мне же снег. А вы знаете, какой у нас на даче снег? Не проберешься вообще. В Хельсинки весна и плюс 9. Понятно. Да. Я смотрю, Сереж, и Новосибирск, и Тюмень, и вообще все города, которые пишут, я так понимаю, что жары нет нигде. Друзья, коллеги, дорогие наши, тогда вместе, как сторонники по несчастью, рассказывайте, как вы проводите свой субботний вечер. Вот, посмотрите. Повода надеть солнечные очки сейчас нет ни у кого. Разыграли ли меня 1 апреля? Знаете, меня разыграл один единственный человек и разыграл меня достаточно забавно, но я это не могла принять за шутку, я приняла за чистую монету. Мне моя дорогая подруга написала, что на нее вышли представители программы «Давай поженимся» в Украине и предложили мне вести эту программу вместе с Сергеем Зверевым. Но на ее взгляд это была очень удачная шутка. А на самом деле я абсолютно серьезно повелась и стала ей рассказывать, что это странная какая-то история, потому что они уже на меня выходили какое-то время назад, это чистая правда. Вот, и обсуждали со мной возможность ведения мной программы «Давай поженимся» в Украине, но только под названием «Давай удружимось». Ой, поздравляю тех, кто папу ждет с работы, пусть ваш папа побыстрее вернется. Одесса, вот как раз подруга из Одессы так со мной пошутила, привет, Одесса. Вот. А когда я стала нудно рассказывать, что вообще говоря, уже мы пообщались с представителями украинской «Давай поженимся», мне говорят, ну как же, Сергей Зверев, ну как бы это же должно было быть смешно, вы и Сергей Зверев, Сергей Зверев и вы. А я хочу сказать, что Сергей Зверев оказался достаточно приятным в личном общении человеком, очень приятным, умным, хорошим, обходительным, поэтому я даже и не удивилась. Поэтому вот так вот разыграли меня, но получилось не смешно. Почему мы пропадаем? Потому что мы едем по тому району Москвы, где, к сожалению, связь может быть не очень хорошая. Пекут пирожки. Какая прелесть. Сейчас вот, знаете, запах свежих пирожков и теплого чая категорически не хватает. Правда, Сереж? Да. Мы в машине слушаем радио-джаз практически всегда, что вызывает протесты нашей дочери, которая с удовольствием слушала бы какой-нибудь... Что там она слушает? Рэп какой-то, да. Ну, какой-то рэп. Я не знаю даже, какие у нас радиостанции рэп передают, потому что мы никогда не включаем радио по ее требованию. Вот я сейчас понимаю. Она всегда сидит бедная в наушниках, и мы ругаемся на нее. Вот. Злые такие, да? Злые такие, да. А еще нудим про то, что это не музыка, все рэп и так далее. Вот это я. Показываю себя. Мне интересно, есть ли города, в которых все-таки сейчас тепло. Вот хочется думать, что есть места на земном шаре, куда... Молчание было ей от ветра. Не закончила процесс? Нет, не закончила. Сидят наши полтора зрителей смотрят нас. Вот, это на самом деле все, кто из других городов, вы сейчас можете видеть Московскую кольцевую автодорогу. Если вы ее еще, конечно, не видели. Вот это субботний вечер. Могу сказать, что движение более чем плавно. Хорошо идет, да. Да более чем хорошо идет, да, потому что... 21 км в час. Да. Обычно будним днем в это время... Здесь вообще нет движения. Да. Спасибо большое за пожелание хорошего вечера. Расскажите, какое радио вы обычно слушаете в своих автомобилях, когда вам куда-нибудь ехать или стоять в пробках? Вот это грустный красный автомобиль номер 333. Едем ли мы в сторону Икеи? Нет, не едем мы в сторону Икеи.
в обратную сторону. Совсем, да, в обратную едем. Ну, если вот сейчас мы подъедем поближе к этим указателям, Релакс FM, очень хорошее радио, но вы знаете, я все время боюсь, что водитель, а за рулем всегда Сережа, заснет. Хотя, с другой стороны, едем ли мы в сторону Икеи? Конечно, едем. Мы же ведь на Кольцевой, поэтому в какую бы мы сторону ни ехали, мы все равно едем в сторону Икеи. О какой бы Икеи вы ни думали. Я хочу спросить у Яны Плотников, что она имеет, спасибо большое за красотку, что она имеет в виду, когда говорит, что лучше не радио, а классическая музыка. Правильно ли я понимаю, что вы хотите, чтобы мы возили с собой музыканта в машине? Например, человека со скрипкой или с контрабасом, или с контрбалалайкой, это тоже один из возможных инструментов оркестра. Покажите себя. Уже показывала. Значит, тем, кто пытается задавать провокационные вопросы серии «Врут ли звезды», могу сказать сразу. Второй вопрос приравнивается сразу к удалению. Моментально. Вот. И это еще потому, что я добрая. А так бы с первого раза. Вот. Хочу, да, показать себя, то общение какое-то безличное получается. Видите вы этот грустный автомобиль 333-й. Свою музыку не слушайте в машине. А что значит свою музыку? Имеется в виду на дисках, да, слушаем, конечно. Но в основном это Dire Straits или Вальс Гребенщиков. От этого уже воет наша дочь тоже. Мы критикуем рэп, а она считает, что уже тоже невозможно. Вот это все. Вот это Ать. Вот у нас детское кресло сзади. Сереж, какой ты красивый и в очках тоже. Мартышка к старости. Так далее. Не надо, у него все у мартышки в порядке. Вот идея на слухах. Ну, в очках же тебе лучше. Лучше. Правильно? В очках лучше всем участникам дорожного движения. Интересно, вот кто-нибудь из соседних автомобилей, в которых мы едем, смотрит сейчас трансляцию? Думаю, нет. Сынок мой, хорошо, спасибо большое. Завтра нам 1 год и 3 месяца исполняется. У нас почти юбилей. До 5 лет у ребенка каждый месяц юбилей. До года так это вообще особенно. Ночной привет из Хабаровска. Слушайте, правда, ведь так вот живешь и не понимаешь, что сейчас в Хабаровске, в Новосибирске сейчас уже гораздо больше времени. Доброго вам вечера и доброй ночи. Каждый ли день мы снимаем программы, спрашивают? Нет, это было бы невозможно, потому что поездка в Останкино занимает какое-то время и обратно. Всякие нюансы типа грима, переодеться, подготовиться. Поэтому мы снимаем программы такими блоками, кучками, да. Они называются пулы на профессиональном языке, на профессиональном жаргоне. И вот этот пул программ обычно за день снимается 4 программы. Передайте привет Алине. Алина, ну вы сами себе этим передаете привет уже. Есть ли у нас няня? Да, у нас сейчас есть няня. Поэтому место занято, вакансий свободы нет в этом плане. Няня у нас чудесная, искали мы ее долго, но мы ее наконец обрели. Кто подходит девушке-стрелец? Девушке-стрелец, просто так вот заглазно нельзя сказать, кто подходит. Девушка-стрелец берет, подходит к компьютеру, заходит на сайт Василисы Володиной под названием astrogift.ru или вбивает в поисковике сайт Василисы Володиной. Опять же, корень слова «ходит», заходит на сайт, смотрит консультацию, которую ей будет полезна. Консультация это называется «Общая консультация на тему личной жизни». И в этой консультации я подробно рассказываю о том, когда эта самая девушка-стрелец, рожденная в конкретную минуту, конкретного часа, конкретного дня и определенного года, встретит своего молодого человека, когда у нее могут быть романы ничего не значащие, и наоборот, когда у нее могут быть романы серьезные. И, соответственно, кто ей подходит. Не только по знаку зодиака, но и по всяким другим хитростям маленьким. Ой, спасибо большое, Людмила. Людмила благодарит меня за внучку, которая появилась благодаря прогнозу. Я хочу сказать, что я вообще люблю давать прогнозы профессиональные лично, потому что ценность общих прогнозов все-таки гораздо ниже, чем ценность прогнозов лично. Но с вот этим прогнозом по деторождению, который прозвучал «Давай поженимся», я считаю, что это такой наш с вами совместный со зрителями успех. Почему? Потому что действительно летом 2014 года и потом еще в определенные месяцы чуть позже было очень удачное время для зачатия деток. И даже те пары, которые не могли его иметь, они должны были поймать вот этот момент. И у меня очень много отзывов, что после этого прогноза, который я дала в программе, многие дети уже родились на свет с того момента времени. Мне очень это приятно. Очень здорово, что вы не только слушаете, но и используете
подсказки. Вот я вижу человека под именем Ю, который второй раз задает мне вопрос, куда поехал, куда я поехала. Во-первых, после имени ставится запятая, так положено по правилам русского языка в обращении. Во-вторых, прошу называть меня на «вы». В-третьих, для тех, кто слушал внимательно, а не переключался между разными трансляциями, я уже сказала, куда мы едем. Вот. Как приобрести неутомимость Овна? Наверное, с этим надо родиться. Натренировать это вряд ли возможно. Как получить прогноз? Уже говорила. Зайти на мой сайт. Там есть, кстати, и бесплатный прогноз по дате рождения. Смотри, какой хороший вид в Москве. Покажи людям, как Москва река. Сейчас. Так. Вот. Ой. С опасностью для движения вот в это окошко. Да-да. Показываю Москва реку. Она еще вся подо льдом. Вот, спасибо, Сереж, что ты мне помогаешь. Теперь точно с опасностью для движения. Так, давай обратно. Дай нет, я держу достаточно дистанцию для того, чтобы никого не обидеть на дороге. Не остаться в дураках самому. Держи. Спасибо большое. Я надеюсь, что все посмотрели. Вот. Так, сейчас... Так вот, о чем мы там говорили-то? А, я говорила про бесплатный прогноз, про то, что уже есть добрая традиция. У меня на сайте ежегодно публикуется бесплатный прогноз, совершенно бесплатный. Просто заходите, никаких ни смс не нужно вводить, никаких условий. Заходите и ищите свою дату рождения, день, месяц, год. Этот прогноз гораздо более личный, чем тот, который вы можете читать в дурацких, популярных каких-нибудь гороскопах, в журналах. Находите там себя и обнаруживаете себя или не обнаружите в одной из групп риска. Не нужно пугаться, если не обнаружите. Вообще читайте внимательно вступление к прогнозу, и будет вам счастье. Вот если не обнаруживаете свою дату, не пугайтесь, там не все далеко есть, а есть только те, кому можно без времени рождения предсказать на грядущий год, на ближайший год какого-то рода сложности. И вот какого рода сложности, риски поджидают, вы можете там прочитать. Помните, что астрологический прогноз дается исключительно потому, что... Вот я так даже поставлю. Астрологический прогноз дается не для того, чтобы напугать или впечатлить людей, а для того, чтобы они могли что-то поменять в своей жизни. И там я не просто даю предостережение и пугаю вас, а рассказываю, что сделать, чтобы сбылось хорошо. Еще раз задам свой вопрос. Как проявляет овных мужчин кризис? У всех по-разному. Нужно смотреть индивидуально. Есть люди, которые живут в состоянии перманентного кризиса. Я таких овнов знаю лично, например, мужчин. А есть люди, которые умеют избегать кризисов глобальных вообще. Скажу так, если человек занят, я имею в виду с точки зрения работы, если он нашел свое дело, завел семью, то возможности проживать кризис у него гораздо меньше, чем если он до определенного возраста порхал, как свободная бабочка в полете, а потом... принялся уже думать о чем-то серьезном. Какова совместимость близнецов со скорпионами? Очень разнообразная. То, что вы знаете как знак зодиака, близнецы или скорпионы, это только 5% в гороскопе. И эти самые 5% описывают темперамент, но ничего не говорят о совместимости. Привет, Кыргызстан! За совместимость в гороскопе отвечают совершенно другие планеты.